167 жителей края попали под обязательный карантин на 2 недели. Большинство из них – красноярцы. О ситуации с коронавирусом в регионе несколько часов назад рассказали в Роспотребнадзоре. Там объясняют, всего под наблюдением сейчас 228 жителей края. Все они побывали за границей. Выходить из дома и работать запретили примерно половине. Это люди, которые какое-то время провели в странах, где бушует новая зараза. В случае необходимости каждому выдадут больничный лист. Нельзя ходить даже в магазин, чтобы не заразить других. Проверять, соблюдает ли каждый конкретный человек эти правила или нет, будут сотрудники поликлиник. Тому, кто нарушит режим, грозит административная ответственность. Размер штрафа доходит до 80 тысяч рублей. Самое строгое наказание – год тюрьмы. Добавлю, в нашем крае сегодня работает горячая линия, ее телефон сейчас на экране. Туда можно звонить и задавать любые интересующие вопросы о коронавирусе, а также именно по этому номеру необходимо сообщать даты вашего возвращения в Россию, если вы планируете поездку за границу, где бушует зараза. Также напомню, в Красноярске при правительстве работает группа по предупреждению распространения вируса в регионе. Специалисты мониторят резерв лекарств в аптеках и больницах, обеспечивают наличие в городе и крае запаса дезинфицирующих средств и масок. Также в Красноярске специалисты подготовили дополнительные места в инфекционных стационарах.